Итак, мы снова в Химмельсдорфе. Этот городок мне сильно нравится тем, что в нем... Да фиг знает вообще-то. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. А где музыка? Так, ага, все, звук появился. То что-то забеспокоился я, что звука нет. Ну и так, мы готовы к бою. Наша цель в данной игре записать видео. Это самая главная наша цель. И второе, попытаться естественным образом замочить как можно больше танков противника. Поехали. Ну так, какова наша тактика? Все пошли влево, ну я тоже пошел влево. В общем, мне нравится ходить налево. Налево там жиды пути. И там открытое пространство для разбега. Ну, довольно тяжелого моего танка. Итак, сейчас что мы сделаем? Мы сейчас попытаемся с левым флангом взять и захватить флаг красных. Все, поехали. Все, значит, одного. Армада. Движется армада. Никто сзади не подцепляет. И так. Мы должны сходу взять. Замочили. Заняли центр. Так, флаг отобрали, ну и теперь надо удержать позиции. Так, и будем все время озираться влево-вправо, да и вокруг. Так, противник. Так, осталось 4 танка. Так. Где справа. Так, справа. Все, загасили. Так, и еще один здесь. Всех замучили, и зеленые победили. Ну и так, посмотрим сейчас на результаты нашей игры. Так, я ни одного не подбил. Ну вот такая небольшая маленькая победа. Вот таким образом играют в танков, в танки.